Что ж, друзья, я вас вновь всех приветствую. С вами Slam, студия SLTV. Мы смотрим суперфинал. Я даже не знаю, суперфинал, гранд-финал и все такое. Fnatic Fragout лиги. Это последняя, возможно, карта, если Virtus Pro сейчас не накажут. Привет, кстати, сразу передаю Гарри. Гарри, привет, и давайте смотреть, что будет творить сейчас Ангел. Итак, ну что, вспоминая карту Inferno, друзья, Virtus Pro, можно вспомнить матч против команды французской Imaginary. Конечно же, можно сразу вспомнить, вот бросается сразу просто в глаза, и из памяти вылезает встреча против команды... Встреча против команды ESC Gaming в рамках финала Winner of SLTV Star Series, лан-финалов прошлого сезона. Ну и... Про Inferno можно сказать, что готовы. Ну, то есть, вот из тех карт, которые остались, как бы, да, для Virtus Pro Inferno будет более удобная. Трейн был пиком команды NiP. Ну, и тяжело было Virtus Pro, конечно, очень играть. Было видно, что они не чувствовали игру в атаке вообще никак. Не прочитали, вот ни разу не вышли на закрытый, как бы... Нормально, ровно, да, против одного гидрайта. Постоянно ловили какие-то приколы, какие-то минусы влетали непонятно откуда. Ну и тот раунд замечательный, когда Фокс один туда вышел, постоял на пустом закрытом пленте. Вся команда Virtus.pro просто стянулась 5, 4 в 5 на аплент. Вот это был... Ну, это уже было предзнаменовение того, что как бы на трейне вряд ли что-то получится. А тут пока что перестрелка на медле. Пытались агрессивно разыграть на стрельбе НИП, но у них не получилось. Ангел наказал. Ситуация 3 в 2. Ангел попытается сейчас догнать на 20-ке, но он дает ответку. Его жмут с 15-ти, надо убивать. Ставит пачку на 20 ласт. И, ну, тут должны просто додавить. Есть кто с 15? Нет, есть медла. Фокс, который зааркадил с Б, закрыл. Отличная пистолетка за Virtus.pro. И появляются шансы на набор. На набор раунда в первой половине. Также не будем забывать о команде NiP, которая на этой карте выиграла ESVC. Но там они разгромили ВГшек вообще в мясо. И теперь у них здесь... Но это было уже давно. Это было уже в другом CSGO. Там даже версия CSGO была такая, что играли фиг пойми как, фиг пойми почему. Но, по сути, давно мы не видели. Давно мы не видели ничего... Из раундов новенького. Давайте посмотрим вообще, что придумали у нас НиПы. Пока готовятся выпад центр, как я понимаю. Да-да-да, выпад центр под флешку будут занимать главку. Главка занимается. Сейчас будет флеш с 15. И вовремя залетает, но все равно в пачку получает у нас Ангел. Его очень жестко просто тормозит. Форест пытается выставить кучер на фарм Ганя. Выходит в перекрестный огонь Дося. Ну и, по сути, атака захлебнулась на 15-ке. Остался Фифлар и Гидрайт. Оба красных. Гидрайт может пройти в Библу, но ему здесь помешает, естественно, Дося, который становится, несомненно, MVP этого раунда. И быстрый раунд от команды NIP был принят. Virtus.pro получают еще одно очко. Ну вот на Инферно надо стараться. Надо стараться изо всех сил. Здесь просто армия болельщиков не простит, наверное, если сыграют плохо. Ну ладно, не будем о грустном. Не будем о грустном. Будем просто смотреть за КСом. Сейчас ВП крайне тяжело. Просто первую карту проиграли. Но сыграли, я считаю, с достойным счетом. Потому что, во-первых, в защите не получалось до конца выжимать как бы шведов все соки. Плюс атака захлебывалась практически каждый раунд. И вот благодаря Ангелу два раунда смогли единственное потащить. Ну вот в раунде в одном он сделал минус 4, в другом минус 2. Но не более. Ну скажем так, сыграл Ангел, сыграл на статистику. Остальные игроки тоже старались, несомненно. Но в плане стратегии, комбинации, чтения оппонента у Virtus.pro хромало практически все. Очень тяжело, очень тяжело. Фифлара. Ну вот как играть с такими... Вот видите, вот он пинг 111. Вот он пинг 111. Это когда ты уходишь как бы, да, от Фрайберга, а он тебя убивает с глока в голову тупо на сигарете. Когда ты... Вот Адриан стопудово уже думал, что он за ящиком, но так получилось, что попали по нему. Ну не попытаются дожать двадцатку. Невнимательно играет Ангел. И Гзи с ним расправляется. Это плюс бомба для НиПов. Но у Гзи ситуация 1 в 2. Если он... Ну он тянет время, аккуратно играет. Но Дося... Вот Дося здесь на опыте. На опыте сыграл против Гзиста, просто подождал. Просто подожди шведа, сам будет суваться, сам будет чекать пикси. 3-0, первый бай от NIP, респа, и, возможно, это будет сейчас Storm the Front. Ну, увидим. Давайте смотреть. Ну, надеюсь, что не Storm the Front. У Virtus.pro 3-2, расстановка Б, Дося, Фокс. Интересная братская связка. И Ангел будет играть, это поджим. Это поджим второго медла, мы видели уже этот раунд от ВП, но тут... Не готовый Virtus.pro. Здесь, вернее, здесь готовый НиП, как видим, да, сразу же граната в Ангела, еще и флешком пострелял. Смотрим, заходит в аркаду, Гидрайт выходит со второго медла, кучер прикрывает Ангела и стоит на размене. Фрайберг пытается
зайти на дугу. Там Фокс уже одного убил. И выход под флешку. Но Фрайберг ждал. Генерал забирает Кучера. Минус ковры. Есть вот Ангелу. Нужно здесь сразу же давать был размен. Но он этого не делает. Генерал его просто отправляет с этого моста головой вниз. 3 в 2. Генерал продолжает тушить команду Virtus.pro. Падает Адрен. Остается Доси 1 в 3. Тут бы сейф девайса не помешал. Но Досю просто перекрыли на 15. И знали, что он скорее всего играет хелпа. И забрали его. Флешка с Б была плохая вот для Фокса. Карта была включена, и я надеюсь, вы заметили то, что когда флешка влетела, Фрайберг ослеп там вообще на секунду, то есть он вовремя отвернулся, зачитал то, что она через трубу летит, и может быть просто чуть-чуть дальше даже отлетела, чем он стоял, но это, несомненно, был минус для ВП, огромный минус. Ну теперь что, по 250, накормка гранатами сейчас будет, наверное, от Непов, но Не решились они здесь просто забрасывать мидл, оставили его под фифларным. Гидрайт пока что проверяет каждую нычку. Ну, конечно, на Инферно тяжело будет. Просто Virtus.pro на Инферно выиграли практически все важные матчи. Ну, возьмем там, да, те же лан-финалы SLTV Star Series, с которых демки остались, и не тупо могли их посмотреть, если у них было такое желание. Плюс играли с поляками по тем же схемам, как бы и тяжело, вполне возможно, что они просто изучили немножко соперников, но они начали раньше играть в эту шпилку и опыта поболее. Давайте смотреть. Фрайберг минус Адрен минус Ангел просто взял, убил влом в церковь, и остается последний Кучер в живых у ВП. Ну, достанется он походу к Зисту все-таки, да, на Гзисте остановилась в этом раунде камера. 3-2. Пока что еще в пользу Virtus.pro, но судя по тому, как неуверенно начали действовать с девайсным раундом первым, и как они плотно и подготовленно разыграли второй мидл, напрашивается вывод на то, что не более чем готовы к Virtus.pro. 3Б, смотрите, сейчас поджим будет играть, и, по-моему, Ангел решил потренировать свой ФАМАС. Вот именно с этого девайса, друзья, этот парень начал покорять своих врагов в 1.6. Я еще помню то замечательное время, когда Ангел с ФАМАСа давал еще жестче, чем Знил. Знил, кстати, в свою очередь, играющий сейчас за киберспортивный клуб Absolute Legends, не показывает той игры с ФАМАСа. Ну вот Ангел на минус 1 сыграл. Так, моменталочка на главку, чтобы атака встала. Но атака не встала, и Ангел, естественно, сразу закрыли в ассисте Фрайберг, которого, разумеется, Ангел в начале раунда убил. Непы перестраивают свою атаку и будут действовать на основном. По-моему, в атаке будет Фифлар, ну и его контакт на 15. Так, а контакта на 15, походу, не будет. Фокс там тоже в режиме ожидания. Как бы Virtus.pro уходит в глубокий дефенс. Правильное решение. Самое главное сейчас просто не дать шведам зайти с плитом, не отдать 15 и попытаться их на одной позиции принять. Или хотя бы основное звено атаки, то есть где будет большее количество игроков сопротивления. Ну вот перекрыть ковры 20-ку будет, в принципе, достаточно. Минус 2 нужно сделать просто у шведов и поменять снова. Ну и остаться просто в глубоком дефенсе, чтобы не было легкого размена и открытых каких-то позиций. Ну вот как видим, тут Непы вообще на уровне выходят, сразу открывают апленд двумя безответными хедшотами, закрепляются, тюрьма за Гзистом, и Virtus.pro вынуждены убегать на сейф по деньгам, потому что все печально. У Доси-то что за девайс, давайте посмотрим. АК. Доси АК, Фокс Кольт, и закрытый деф не сработал. Это жесть. Ну вот Ангелу 9 хп оставил Фрайберг после перестрелки на дуге. Расстроился, наверное, сразу то, что вот иду я такой себе на дуге посидеть в бревнах, а тут выходит капитан Карасиус и бреет меня. А я ему оставляю 9 хп. Неприятный, конечно, момент. Но не будем также забывать, что тут по пингу, как бы, да, есть расклад, что он повыше у Virtus.pro, а вон у Адрена вообще 120. И пара моментов было реально жестких, где Адрен, скорее всего, на своем экране уже уходил, как бы, да, там за ящик и уходил от спрея, но его, тем не менее, добивали. 3-3, не сравнивают счет. Знаете, вот такой матчап Virtus.pro не по стилю игры. Я заметил, выглядит очень-очень быстрым, резким. Обе команды просто, вот не знаю, их переполняют то ли эмоции, то ли амбиции, неясно. Но сейчас увидим Фокс дуга, и у него здесь могли быть гости. И гости, по-моему, будут. Продолжают Непы создавать давление на дугу. Фокс ждет, Доси вместе с ним на размене. Непы все на медле. Вот ТВП бы на медле, я думаю, помогло. Но боятся фифларно, взорвали Фокса.
на Б. Ну тут вообще не просто плотно встали, заняли дугу, несмотря на весь дым, спокойно расправились с тем, что было. Но остался Доси, который будет продолжать принимать. Пропустил машину и потерялся. Потерялся, просто потерялся. Слишком много дыма не заметил. И в итоге Бэплэнд за командой нет. Но они еще могут отвернуться, как бы, да, развернуться и уйти на, но делать они этого не станут. Пытается здесь Адран забрать Гетра. Забирает. Может, даже зайдет в спину. Ангел, кстати, в своем репертуаре пытался с дробашом прооркадить мид. И удивить. Но ничего, естественно, не вышло. Ну и ВП вновь будут сейвить два девайса. Как и в том раунде, только на этот раз другим звеном. Уверенно себя чувствуют шведы на Инферно. Вот такое ощущение, что Virtus.pro стараются, знаете. А шведы такие... Ну давай еще разок. Ну ладно, давай еще раз зайди на Б. Ну давай попробуй меня еще разочек убить. И то, и другое, и пятое, и десятое. В общем, жесть полная какая-то. Ну что, бомба взорвется в этом году, да? Взрывается бомба. Ну и Адрен пытается уйти в дыму от Фореста. Но Форест беспощаден. Не дали сейвить. Засейвить. 4-3. Вот оно преимущество для шведской команды. Но кто бы не выиграл в этом финале, мы все прекрасно знаем, что все команды, которые играли, достойны быть победителем. Особенно финалисты. С Непами это все понятно, это пока абсолютные чемпионы. Я говорю пока, просто потому что надеюсь, что не повторится ситуация, как в 1.6, и не будут шведы на КС-сцене доминировать несколько лет. И все будет четко. Нет, ну судя по тому, как сыграли Virtus.pro на трейне и как ведут себя здесь на карте, да, я даже готов предположить там, да, что по-любому какая-то команда с СНГ сможет надрать Непов, потому что очень смелые решения принимают, смелые действия. Конечно, некоторые ситуации не считают. Но трейн явно не был подготовлен, именно атака. Ну что, гидрайта оставили в спине, а Адрен Б, Карась, как видим, на центре, и Непы ожидают ошибок. Ну, вот сейчас они ожидают увидеть Кирилла Карасева на центре. Фрайберг это хочет сделать. Странно, что на гидрайт это не оставили. Он же тоже там на медле стоит, как бы. Ну, вернее, он стоит от ковров. Он тут по факту закрывает две позиции. Кстати, если чувак стоит вот здесь, вот тут, вы можете, выходя вот сюда, зачекать его вот в эту штуку, и у вас будет красное. Такой... Короче, вы можете прострелить в эту штуку его, и оппонент вас не видит. Великолепная просто позиция для того, чтобы умереть. Особенно, если он еще вот сюда вот отойдет куда-нибудь за дерево. Влезает на прицеле просто такой датчик enemy. И... стреляйте в имбу. Вот ангел просто так не сдаются. И правильно. Не хочет просто так падать. Помучил он еще Фореста. Забрал на прощание один фраг на эко. Ну и смотрим на деньги. 6 тысяч. И сейчас будет фулбай. Virtus.pro, АВП берет кучер. И я начинаю подозревать, что это снова поджим. Просто когда кучер... Да, тут еще... Да, это поджим. Это скорее всего поджим тут просто. Хотя нет, респу Адрена. И... другими звеньями перестраивают. Перестраивают свою схему защиты Virtus.pro, Адрена, Фокса, кучера. И АВП на центре очень агрессивная. Дым никто не кидает, под Б-плент пытается зайти. Тем временем Фрайберг, Ангел будет вновь пытаться его победить на стрельбе. Но, надеюсь, на этот раз осторожнее. Правда, пока у него белый экран. Мы вот на него переключились, и там все белое-белое-белое. Но он еще умудряется дать флешку из-за машины. Его пытается снять Фрайберг. Удается это сделать Фрайбергу, и, походу, тот был белый, но поставил пачку. Продолжает создавать давление на Б. Тем временем НИП, понимая, что слишком долго там протусовались, отстаиваются на месте. Но все-таки финалка будет, по-моему, именно на Б. А здесь у нас Дося с Авиком, и сделать что-то будет тяжело. Но он тут... тут могут просто зайти в дым. Ой, Досик замазал, замазал уступки. И Досю сейчас должны просто перекрыть. Вот он, тем не менее, все равно не палится. И дает Непам время на перестройку, чтобы те его сняли еще более грамотнее. Ну, так оно и произошло. Постоял, постоял, и его убрали. В общем, не просто пока рвут. Просто рвут. 6-3. Вот на... три раунда Virtus.pro. 6-3 вполне нормальный склад ответкой. Это жесть. Это жесть. Я даже не знаю, что будет. Может быть, 2 ВП попытаться взять. И... а может, просто нужно подпушить дугу. Ну, в итоге ФАМАСы у Virtus.pro снова тратят последние деньги. Тем временем НИП набрали вообще экономику просто блестящую. И тут уже явно дисбаланс будет по деньгам. ВП как минимум в первой половине, скорее всего, будут просто бороться за раунды. Просто бороться.
Судя по тому, насколько уверены шведы в своих силах, да, я готов предположить, что они будут играть так же агрессивно, так же просто вот рискованно, как сейчас, например. Ну, Xyzt открылся твердо, на самом деле, дал кучу демейджа, взорвать не взорвал. 15 пробили, идет одымление главки и, наверное, будет уход под дугу. Хотя на дуге Фрайберг еще не намутил контакт, но шведы все равно принимают решение пойти туда. Скорее всего, они подумали, что их атака вызвала подлинное доверие. А тут у нас Дося! Привет, Фрайберг! Привет, пацаны! Форест. Минус Фокс. А Дося тут вообще пытаются выжучить Фифлар, убивает его с АВП. Все. 3 в 3. Ангел злой. Забирает Фореста прострелом в дым. Но действует слишком агрессивно и попадается настоящего в зуме Фифларена. Который, кстати, зум, по-моему, вообще никогда не выключает. Он еще с этим зумом, наверное, остался и перезаряжается, наверное, тоже с зумом. Судя по тому, как смотрят. Но это стопудовый сейф, как бы здесь нет резона вообще никакого выходить без флешек. Хотя есть одна флешка у Адрена, но одна флешка, по-моему, здесь ничего просто не даст. Ну и Virtus.pro, понимая, что тут надо кучеру приобрести девайс какой-то, решили сейвить. А, они боятся того, что кто-то может спину обходить. Ну вот делают ВП-выводы по ходу игры. Просто в прошлых раундах Гидрайт оставался вот здесь, да, и вполне мог себе сюда пройти, занять какие-нибудь пески и отсидеться там. Поэтому ВП просто не стали ломиться здесь и куда-то убегать. Но это уже не важно. Раунд просто ушел к непам, это уже 7-3. Пока разрыв. Пока разрыв для Virtus.pro. Но с другой стороны, это первая игра на чемпионате для ВП в финале. Самой титулованной командой пока что в дисциплине CSGO. Ну, мы-то все прекрасно знаем, что самые титулованные кейсеры — это польская пятерка. Вообще, если брать в общем, в общих чертах. Тут ангела просто не почувствовали. Три гранаты залетело под пукан. И это после дыма. Вот кидайте дым, три гранаты, и все хорошо. При том, что синхронно, когда на мидл все это дело влетает, Фрайберг умудряется занимать дугу. И занимать дугу постоянно. Вот даже когда Virtus.pro играет в поджим, все равно Фрайберг занимает ее. Доходит до этого москвича, дает какую-то непонятную пачку, и все круто. Ангел в этот момент прооркадился. А вот 4 в 4 ситуация уже не такая сложная. И есть все шансы. Если сейчас Дося сумеет застать врасплох, играя от угла хоть кого-то. Ну вот смотрим на него. Прошли, падает бомба, берет АК. Стрельба с Б3, Дося крушит второго. Отлично играет, его сразу разменивают. Нужен, вот нужен в такой ситуации суппорт. Есть Адрен, но количество дыма, конечно же, здесь просто... Просто, не знаю, просто залепило глаза Адрену. И еще второй дымок залетел после этого. Ну теперь уже точно карнавал не по-детски. Ангел, конечно, приходит на суппорт. И Адрен удачно открывается на игрока атаки. Стрельба с катушками. Зажим Фифлара. Ну, Фифлара на 10 кп. Ангел на шифте. Фифлара будет ждать. И сейчас самое главное просто здесь. Вот кто первый топнет, тот и проиграл. Вот. Все зависит от того, с какой позиции попробует сыграть ангел. Ай-яй-яй. Вот здесь нельзя было до контакта дело доводить. Просто никак. В итоге дает флеш Фифлара. Ставит бомбу. И... Карась, как видим, проигрывает. Ну, тут он уже услышал бомбу, поломился, но Фифларен успел ее поставить. Кинул. Он сыграл грамотно сейчас просто индивидуально. Он сыграл очень-очень грамотно. Он именно кинул эту флешку, которая испугала Кирилла. И он просто не стал на нее выходить, потому что он не знал, куда она полетит. Полетит она наверх. Ну, если она там полетит наверх, естественно, он просто выйдет, будет белый, и его Фифларен в любом случае законтрит. Но тут он услышал, что бомба ставится, решил выйти. Конечно, флешка свое время, преимущество по времени дала Фифларену. И вот поэтому раунд в таком микромоменте достался шведам. А так сыграли очень-очень четко. Ну а сейчас время полноценного бая. Кучера уволили на центре прямо с первой секунды. Ангел на поджиме, на втором медле. Как видим, шведы весьма избирательные ребята, пытаются разыграть с подсадкой. Сейчас будет привет, Форест. Там еще на втором медле ангел увидел товарища Фрайберга, и моменталочка центр. Фифларен пытается там отхалдиться на полтора, Xyzt убивает Адрена и открывает тем самым апленд, и надежда вся на АВП ангела осталась. Да-да-да, именно на АВП. Смена девайса, но тут уже нет выбора, дальние расстояния. У шведов, кстати, есть еще в арсенале дым и флешки, поэтому сейчас будет просто будет залепи глаза. Вот снова по белке намазали зрачки. 3 в 2, и раунд будет решаться уже на стрельбе. Ангел минус. Xyzt падает от Фокса. Минус 2 от Сережи. И это 8-4. Ну вот, елки-палки-копалки.
раунд взят, но в таком тренде, конечно, с такими скромными, с таким скромным результатом. И ВП тяжело. Но, тем не менее, продолжают стараться. А вот у Непов все хорошо по экономике. 10 на 9. 8-5. 10 на 7. 9 на 6. Ух, Непы. Ну, по фрагам никто особо сильно не выделился, да? И по очкам видно, что Непы играют командно, но... Их Инферно, по-моему, выглядит реально готовым под Инферно Virtus.pro. Так, Ангел под респаун зааркадил второй. Гидрайт, кстати, респауна уже просто знает, как я понял. Но, тем не менее, Кучер его закрыл на перекрытии. Крася Фрайберг в попытке зачекать чекующего парня за стенкой. Прострелил на всякий случай, как видим, москвич. Но если кто-то сидит в нычке, можно его забрать. Там обычно скримы любимое место сидеть, в щель палить с дигла, когда он давал 80 демейджа. Ну и не пришли стянуться все под Б. Финалка все-таки. А вот Фореста оставили под А. Но 50 секунд как бы до конца раунда. Здесь еще столько вариантов можно продумать и вообще исполнить. Так, пушит Флакса, попытка зажать по ящику, минус Фрайберг, отлично, отлично. Теперь шведы будут себя чувствовать немножко запертыми, потому что перестрелку по дуге проиграли, а двадцатка не вышла. Здесь посмотрите, как было все интересно, Кучер просто стоял и ждал, он знал, что будет один обходящий. Фифларен выходит на центр, Адрен стоит на размене с Кучером, Фокс, Дося, Б. Ну, братская Б к Зисту здесь по-любому не обыграть, а вот Фифларен может подраться с Кучером на ВП очень плотно, но Зист убирает Фокса, Адрен... Скрывает 15. Дося минус Гзист. Б выбито. Ковры открылись. Фифларен центра. Падает от Адрена. Отлично. Ласт остается. Форест. И играет от инфы. Фифларена пытается выбить 15. Но безуспешно. Virtus.pro сыграли хороший раунд. 5-8. Три раунда преимущества за Непами. Можно вывести, в принципе, на 8-7 Virtus.pro. Если капитан Карась будет убивать. Вот Гидрайт его два раунда. Два раунда не мог застать врасплох. Два раунда не смог его подловить, как бы. Но в одном из раундов он не подловил его, но убил Кучера, а затем еще отрезал и Ангела, когда понял, что это пуш. Здесь посмотрите, как ложится дым на центре. Ангел сразу же проходит в аркаду, с полтора уже идет выход атаки. Занимает яму, минусует сразу же Фифларен, отлично! Отлично, на дуге есть Фрайберг, там дым, Фрайберг минусует Фокса, Фрайберг минусует Бэплэнд! Вот это разворот! Если Ангел сейчас ничего не предпримет, Фрайберг может просто создать нереальное давление. Но понимает Ангел, что бомба, скорее всего, игроков атаки, которые остались на втором мидле. Адрен один на сложная ситуация. Кучер ждет выхода на Б. Фрайберг идет охотиться за Ангелом. И если Адрен сейчас не сыграет на двадцатке, то будет все печально. Адрен, и Адрен не играет на двадцатке. А Плент выбивают. А так все хорошо начиналось. Ангел должен был просто зафокусить. Зафокусить все эти расклады. Сейчас уже будет это сделать практически невозможно. Ангел, минус Фрайберг, мид-запер. Мид-запер, все хорошо. А вот атака в этот момент проходит апартаменты, двадцатку. Кучер не ожидал увидеть здесь Фореста, это было заметно. Пытался профазумить, но не вышло. Ну и Ангелу предстоит быть либо героем этого раунда, либо Гидрайт и Гзист над ним будут угорать. Ну, как видим, Гзист просто не дал ему даже дойти до главки и вышел первый в аркаду, открылся и забрал. 9-5. Мега уверенно шведы играют. Ну, по крайней мере, за Virtus.pro я рад, какой бы результат не был уже на этой карте. Просто видно, что шведы, конечно, здесь намного сильнее, но... Те же французы сыграли на ESVC в разы хуже, чем Virtus.pro. Те же французы сыграли на том же DreamHack Inferno хуже. И у меня виснет Gold TV. В чем прикол, я не понимаю. С интернетом все в порядке. И отвисает Gold TV, ура, слава богу, я-то уже испугался. Это, скорее всего, была просто пауза. Так, снова пуш от Ангела, пытаются дублировать этот раунд. Но на этот раз там три чувака в яме, как бы, да, и делать что-то будет сложно. Дает флешку. Над яму два белых. Фифларен, правда, остался цел. Ангел пытается пройти. Его, кстати, ждут в упоре. И Фокс убивает Фрайберга. Вот Ангелу уже стоило здесь открываться. Ну вот он, звездный час с Ангела. Но Гидрайт предусмотрел такой поворот событий. Пытаются НИП сейчас развернуться, отыграть в свою пользу мидл. Кучер пытается этому, естественно, помешать всячески, как видим. Но против лома нет приема. Шведская стрельба просто безупречна. И смогли спугнуть Эмиля. Но он попал хорошо по Гидрайту. Оставил 16 хп, Фифларен. Ну вот Фифларен, в принципе, с АВП. Фифларен не мобилен. Гидрайт Гзист. Гидрайт красный. На Гзисте будет делаться раунд, скорее всего. Именно он пойдет на главку. Гидрайт сыграет в сторону двадцатки, либо апартаменты. Да, ковры до конца будут проходить. Адрен его, кстати, спалил. И
Инфа у Virtus Pro теперь об Апланте есть. Главное, чтобы сейчас Доси не проиграл на дуге. Ну вот видите, как не дают просто играть в одного Б, Непы, Виртусам. Просто потому, что там всегда на дуге есть Фрайберг, который всегда просто вот дает демейджа, дает мощно, дает жестко, и... но не умирает. Это самое странное и страшное. Фларен, до свидания. Видрайт. Вот Кристофер Эллис, он просто так не сдается, но не смог устоять. Он, конечно, АТВ по кучера. 9-6. Потрясающе перекрыли. Гибкость НИП, конечно, в атаке очень-очень великолепна. Скорее всего, Virtus.pro даже 50%, наверное, не понимали того, что... То, что там не повторяли. Опять же, дуга. Дуга. We lied through my minus, друзья. Ну, запомним то, что счет 9-6 в первой половине в пользу команды. Разумеется, НИП и Виртусам нужно брать первый пистолетный. У нас пока 3 минуты перерыва, и парни будут отдыхать. Странно, что сервер не перенастроился. Не перенастроился сам после смены карты. Там просто должен быть такой Team Switch несколько минут. На турнирах, кстати, это очень удобная штука. На турнирах ставится вроде... Вот последний раз, если я не ошибаюсь, там ставилось где-то 3,5 минуты перерыв между половинами был. Так. Так, ну вот я тут прочитал... Тут, кстати, стрельба, да, не по прицелу. Вот я читаю сейчас здесь там хейтерские отзывы, типа, что за стрельба, что такое. Но все легко объяснить. Тема в том, что здесь прицел особой роли, как я понял, не играет. Нет, тут прикольно взять негив, пойти просто и... Отфигачить. У нас пока что цитаты пошли. На Хилтивиорге, в стриме. Рэпинг старт Ирли. Жесть. Я не понимаю, где Хуч и почему он не поджигает. PS, VP, нет Хуч, Firestyle. Вот советует Virtus.pro дядю Митю с огоньком. Дядю Митю с огоньком. Пока вот можно, наверное, вам такую картинку показать. Картинка своего времени. Ну, не все ее поймут, но не все ее видели, не все видели это. Но я это видел в свое время. И тогда это было приятно. Такой вот был расклад. В том самом добром кейсе 1.6, когда Virtus.pro уничтожали шведскую бригаду. Ладно, старая фотография. Потом придадимся, наверное, мы воспоминаниям. Чуть попозже. Тем временем есть еще одна интересная новость, то что Кадрет вроде как хочет устроить голосование на лучшего e-sports-журналиста. Офигеть. Офигеть. Так, ну что, ждем рестартов. Как видим, Virtus.pro готовы. Уже вовсю, не постоят, дожидаются, отошли по своим делам попить воды. Тем временем, кстати, 2227 человек проголосовало в голосовании на vk.com/sl4mtv и голосовали за Virtus.pro преимущественно. Ну, болельщики. Так. Тут какая-то жесть в комментах. Какой-то Максим. Какой-то Максим из Омска понтуется. Понты кидает. Но это не важно. У нас наконец-то рестарты. Напомню, что счет первой половины был 9-6. И сейчас в руках команды Virtus.pro их вторая карта. Но... В защите они сыграли намного хуже, чем с теми же ESC. Шведы были готовы практически ко всем поджимам. Дуга вообще контролировалась просто вот под шведскую диктовку все было. Фрайберг просто держал под давлением весь бэплэнд. Virtus.pro, слоуплей, Дося, ковры. Там, как видим, Xist, Forest. И Дося прошел к 20. А вот Ангел, Адрен, Кучер готовы ворваться сейчас на Б. Там у нас в упоре Фрайберг. Он ждет вообще до контакта. Да-да-да. Он даже здесь не собирался попадать в голову. Просто чекнул, отошел. Пытается, как видим, пожать немножечко. Зист, минус Дося, минус от Фрайберга. Ну вот как так? Залетел прострелом Ангелу в голову. Он сам, наверное, того не ожидал. В итоге влетают сразу же дымы на ход от атаки. Полетели гранаты на кафель. И дефенс прекрасно понимает, что сейчас будет атака делать. Но, тем не менее, Адрену удается пробиться на точку.
Хороший хедшот, open фраг на катушке и удачный розыгрыш против B3. Ну вот он в чем вопрос. Нипта парни шустрые, и у них уже стяжка произошла на Б. Будет выбивание 3 в 3 и 3 игрока. Ну, 2, как видим, вообще мертвые. Вот Кучер с Фоксом у ВП. И тут решит реально случай. Тут реально решит случай. Как разыграют микромомент на стрельбе. Фуксист выигрывает перестрелку. Фокса просто вообще разрешетили пулями. А у Кучера тут рандеву также с Вифларном, который прострелом забирает его. Ну и количество ХП, конечно же, решило, друзья. Ну и 10-6 становится счет. Virtus.pro ставят бомбу, но... проку от этой бомбы, если раунд не взяли. Ну, будут деньги, но вот диглы-то здесь уже не возьмешь. По 250 вряд ли будут работать. У Непов фармганы, и я предполагаю, что... тут сейчас под диктовку шведов это все дело-то закончится. Просто если они в атаке были жесткие и в узких пространствах отстреливали ВП практически без шансов, не имея позиции, то тут, наверное, вообще будет карнавал. Просто карнавал. Но, тем не менее, Виртуса стараются. Че, первый матч с чемпионами мира, как бы. Это нормально. Это нормально. В свое время некоторые парни играли в разы хуже. Ладненько, здесь что мы видим? Форест. Ну, вот Форест вообще, как, знаете, как капитан Карась, только, короче, только Форест. То есть, вот когда Ангел аркадит второй мидл, у него всегда в спине есть Кучер, который его разменяет. А у него там всегда есть... у него всегда есть респаун, а Форест просто без респауна там фанган взял, пошел крошить парней. Хотя могли его убить, если бы хотели. Еще один эконом... нет, купили. Купили Virtus.pro, вот пока поправлял эксплит. С чем отдался у нас Адренец? Непонятно, с чем отдался Адрен, короче. Но в любом случае, это минус девайс. Форс забрал Кучера, естественно. И вот на шведской диктовке начинается. Пытается что-то сделать Virtus.pro от медла, но дым. Их немножко притормозит. Отходить обратно смысла нет. Дуга, кстати, уже поджата. Фифларен контролит вообще любую стяжку к дуге. Ну, тут уже знают просто сейчас не пынды, вот особенно Фифларен и Фрайберг, то, что там все стоят перед главкой, и на втором медле, и вряд ли кто-то будет ходить с ямы. Ну, что, Фифларен не берет на реакцию здесь Фокса, но зато Фрайберг сыграл более чем уверенно, и остается в живых единственный ангел. 1 в 5, что, ну, либо бери, либо все, либо ничего. Ну, тут, как видим, шансов, конечно, маловато, когда шведы тебя просто доминируют. 12-6, и преимущество 6 раундов на 50% впереди. Что будет дальше, ой-ой-ой, боюсь предположить. Ну вот Virtus.pro с этого момента надо как-то отбиваться, либо не отбиваться. Либо как-то атаковать жестко. Ну, сейчас будет попытка выхода под флеш на главку. Как видим, пытаются прогренить двадцатку через верх. Фифларен ждет в доме. Карась уже падает. Нипы, кстати, играют очень агрессивно на А, но они отдали главку, укрепили ковры. Virtus.pro удалось пройти через 15. Замутил девайс Дося. Хедшот Фрайберга. Ну, нужно что-то думать. Придумали, что пойдут на рез. Посмотрим, найдут ли Фрайберга, либо Фрайберг найдет их, пока на него выходят двое. Зажимы минус 2. Минус 3. Вот это вот просто прием. Ну, одна инфа прошла. Фрайберг просто не стал спешить. Осталось у него 6 хп после троих. Счет становится 4-0 во второй половине. Общий счет становится 13-6 у Virtus.pro бай. Но преимущество по раундам слишком, конечно, огромное. Ну, в общем, шведы себе просто выбили в первой половине комфортное количество раундов. Достаточно спокойно. Ну как, достаточно кровавольную пистолетку сыграли, но после нее сомнений уже не было, что диктовать они будут продолжать. Фифларен минус Дося. Ой-ой-ой. У меня вот тут почему-то от него не отлетело. Аркадой в ковры, СВП. Это просто жесть. Гзист минус Фокс. Ну вот видите, если у Virtus.pro та же самая аркада на второй мидл, она более-менее продуманная по размену, да, там за защиту, то Непам вообще совершенно фантастически наплевать. Вот есть респ, иди убивай. Как видим, сейчас Ангел хорошо сыграл против Фифларна, 10 хп оставил. Парню Фифларна, естественно, ушел. Нип контролирует весь мид и просто не дают Virtus.pro даже глотка свободного воздуха, стараются...
их изничтожать. Ну, Кирилл тут старается уже отстреливаться, как бы отбиваться, но, по-моему, все понятно, что... Ни Потанипа пока с этим ничего не поделать. Но, с другой стороны, для Virtus.pro это будет хороший опыт. Да и ладно, это всего лишь разминка перед StarLadder'ом, друзья. Весь этот турнир, как мы и говорили, расстраиваться не будем. У Virtus.pro еще куча сочных матчей на StarLadder'е, также куча сочных матчей у Navi на StarLadder'е. Кстати, 12 числа первый матч SLTV Star Series 5 сезона. Мы откроем их вместе с Тафой. И в этот день... будут играть в первый день StarLadder, вроде как Na'Vi против Imaginary и еще ряд интересных встреч. Ну, будем надеяться, что вам понравится. Будем знакомиться с новыми участниками. Ну и очень сильно надеюсь, что 3D Max в онлайн-части сезона зажгут. Это как раз-таки те парни из Словакии с Гвардианом во главе. Между прочим, им даже кто-то фаворитов приписывал, но... Пока странно. Они, кстати, способны убить ВГ, но вот по поводу НИП вряд ли. Мне интересно, как они с ВП сыграют. Очень-очень сильно. По стилю игры так похоже так. Ну, тут, как видим, Фифларен уже знает, как стоять, чтобы тебя просто не чекали. Ожидал у Ангела увидеть немножко с другой стороны. Выцеливался направо, а чувак оказался стоять слева. Моделька уже открылась, и в итоге минус. Ну, при попытке медленной атаки. Вот Virtus.pro просто пока выходили там, да, к финальной атаке, чтобы выйти, раскидать. Они еще ведь ни разу плент даже не раскидали. Как бы, а сейчас они идут на А, где численное преимущество у соперника. Единственное, что вызывает вот восхищение, не то что восхищение, шансы есть у ВП. Если они сейчас убьют Фореста в пленте, да, убили Фореста в пленте, будет возможность под дымок нормально поставить бомбу и отбиться от Фифларена. Забрали, нормально, все. Осталось только убить двадцатку. Но двадцатка тоже не падает, здесь создает вообще роковое напряжение. Четкий спрейсмен и девайс, этого не ждал Фокс. В итоге это минус, и остается Кучер, за которым уже просто выехало настолько огромное количество свинцовых друзей, что ловить что-то нечего. Ну, в общем, в одну калитку не просто разносит Virtus.pro. Если на первой карте по инициативе Virtus.pro разыгрывалась хотя бы первая половина, вторая половина, ну, была явно не подготовлена, да, не читали они шведский дефенс, очень много раундов вообще терялись, играли в тупичок, то здесь как бы в первой половине Virtus.pro постарались что-то сделать, свои 6 взяли, лузовый дефолт набрали, а вот вторая половина уже по инициативе НИП, и с каждым раундом, проигранным у Virtus.pro, уверенности в шведском коллективе возрастало все больше и больше, как мы могли наблюдать. Ну вот, например, Фифларен тут и 2-2 чуть еще опенфраг не сделал, как бы против пуша. Слава богу, смогли убить. Это, кстати, вроде вообще первый open фраг. Не бы продолжить этот раунд в меньшинстве, но встали 2-2. Встали 2-2. Сейчас Кучер будет чекать ковры, и ВП перестроится. Ну, вот Кучер внимательно сейчас с Доси сыграет второй мид. Ним, как видим, уходит в глубокий дефенс, гидает, оставляет на Форест, играет стяжку под Б. Там у нас Карась воюет просто вовсю, но и он тоже падает от Фрайберга. Ой-ой-ой, шире вселенной горе мое, что делать? Ну, Фрайберг просто не ощущает Virtus.pro. Положил Фокса, Кучер дал размен, конечно, идет на дугу, забирает бомбу. Видит, Пиксель видит, выходит на него Кзис, но перестрелка со шведом. Без позиции роковая. Тут как-то так шведы двигаются, что прямо, знаете, инициатива у них в руках. Чувствуется это. Ну и это ГГ. Это ГГ, друзья. Что ж, 2-0 по картам, команда NIP выигрывает Fnatic Лигу. Этот сезон, над этим сезоном для вас за микрофоном работали Тауфик Хидри, Юрий Терещенко, конечно же, Слэмчик и вся студия SLTV. Над текстовым репортажем трудился Покрышкин. Огромное спасибо всем зрителям за эти дни, которые мы провели вместе с вами. Я надеюсь, вам понравилась трансляция с этого чемпионата. Увидимся мы с вами на трансляции SLTV Star Series. Опять же, плеер будет другой. Напомню, что на этом плеере by SL4M будут вещаться только турниры внешние, то есть eSports Heaven Media, Vienna, естественно, и также будет освещаться Копенгаген Games, ну и ряд других мероприятий, плюс ESEA Лига и, возможно, даже финалы ESEA Лиги. Мы с вами увидимся уже послезавтра, будьте готовы к StarLadder'у, первый день будет достаточно жарким, интересным. Ну и команде Virtus.pro, наверное, следует пожелать столько успехов, потому что парни на этом... Вообще, вот чуваки сели играть в новую игру, сыграли с топ-2 мира, по сути, да. Обыграли их в полуфинале, прошли на НИПов. НИПы им, конечно, не оставили шансов, но Virtus.pro, по крайней мере, поборолись на трейне. Да, вялая игра за атаку, да.
Тяжело, да, сложно, но на самом деле такое поражение это хорошо, потому что после таких поражений понимаешь, что есть к чему стремиться. Ну что ж, всем всего наилучшего. Играйте в CSGO и играйте на StarLadder, аматорскую серию, не забываем про нее. Всем чмавки. А, ну да, ну и чуть не забыл, за обновлением трансляций и разного рода вещами вы можете следить в социальной сети vk.com/sl4mtv, это моя страничка, и vk.com/ksslTV, там для вас работает Покрышкин и освещает практически все новости, которые происходят в мире в спортивном CSGO. Увидимся послезавтра в рамках SLTV Star Series 5 сезона. Не пропустите это открытие. Да, будет не грандиозно, да, онлайн-часть, но это будет интересно. Очень интересно.